Так, отошли быстро. Все, я тут живу. А можно к тебе? Нет, Кемпо, выйди. Я плачу квартплату. Раз, два, три. Мне вообще даже дверь открыта. Сколько можно мазать? Так, нужно купить новую мышку. В поисковике пишем мышки, варьируем цену от 1.5 до 5к и выбираем фирмы. Для меня будут такие. Далее переходим для сравнения, выбираем несколько красавцев и переходим на страницу сравнения. Нажимаем параметры и смотрим, чтобы она была оптической и с длинным проводом. Все, я выбрал себе мышь, поэтому переходим на страницу товара, нажимаем отзывы и смотрим как плюсы, так и минусы. Затем смотрим, где можно взять выгоднее всего в вашем городе. Если твоя мышь тебе сильно подводит, то заходи на эко-каталог и выбирай себе топ грызуна. Все, Арсен, контент секс. Нет! Пацан, и нет пацана. Раз, два, три, молодец, да, спасибо. Я, короче, все, я тут в своей крепости, а вы плебеи мои, давайте там работайте, там пахайте грядки, стройте укрепления. Атлас, что нам делать? Все, это ловушка. Можешь расстрелять его, а я слышу. Не, я не буду этого делать. Он заплатил мне дань. У тебя самоизоляция, Амсер, тебе нельзя дверь открывать. Это я от вас изолируюсь. Идите отсюда, заразные. Тром, просто мальчика, да? Личный бункер Путина. Кому-то там что-то орёт, давайте. Ой, блядь. Я всех убью, стоять сюда, не заходить. Заткнулись, нахер! Ты как бы можно войти? Нет, никто сюда не должен зайти. Пацаны, да, конечно, аниме. Аниме, пацаны. Амсер, ты думаешь, тебя защитит твоя жалкая защита из стекла и дэша? Но нет, мы идем требовать сервера по Майнкрафту, и ты никуда не убежишь. Сервера будут через неделю, на выходных. Я знаю. Мячик. Ой, бляха! Я на... Не, ну нахуй ваш арсенал, если честно. Ой, блин, белый. Итак, внимание, они... Белый у него... Сука! Заменим. Загадали белый, а сотый негр смеется. А ты куда исчез? Да вы исчезли. Ты куда исчез? Это вы исчезли. Да какого хрена я ж на низ шел? Че с лифтом тут не так? Да люди исчезают, еще какая-то херня. Мне кажется, или внутри что-то орет. Итак, нас срочно. Ой, пиздец. Тут пишет СПП, нужно меня срочно. Назад! Это слабый никогда. Бумага — великая вещь. Пока человек умеет вытирать руку. Слабый мужчина. Своей. Простите. Нет, братан, мы не будем тебя помнить. Откройте дверь! Откройте дверь! Открывай! Открывай! Просто подожди, дождись, не оборачивайся назад, не смотри назад. Мы тебя вытащим, братан. Давай! Оу, мистер Крабс! Ну, блядь, сука, закрой дверь, блядь! Скромник, приходи к нам на базе. Скромник, да, обидит меня. А кстати, ты человек убил людей. Патроны кончились! Заберите его. Пошел лак. А я вверх смотрю, хуй там не сделаешь. Я в другом городе. За мат извините. Не простим. Закрывай. Никого нету. Я единственный живой остался. Амсер живой? Да. Как? Да я просто бегал вокруг него, пока он не успокоился, и он заебал просто, понимаешь? Ему надоело. Аля, Акбар! Кто? Вот это я обожаю, но лояльно, мне кажется, умерла. Вот и все. А, ты уже все? Вот и помер, дед Максим, пойдем. Вот это вы молодцы. И за это тоже. Мы уже все. Можем... Ну, бляха. Пойдемте, я нашел карточку, мы можем уйти отсюда на выходные. Ученый хуй копченый. Это обидно вообще-то было. Это было обидно.
Все, я печенье украинского производства Рошен под названием Контик. А, скромнее. Я твой рот долби. Ты вообще это... Я хороший человек. А, где вы? Мы у машины. Не знаю, я вроде наверх. Увижу спецназ. Я у лифтов. А. Я прыгаю. Ты у лифтов, а? Без перчаток, без масок не выходить. Стоим на всякий случай на месте, а то вдруг собака. Не, там, слышу уже выстрелы. Там не собака, там жопа. О, нет, там что-то орёт. Пока. Ну да, как бы, я думаю, мы поступили правильно, как люди настоящие, ну как профессионалы. Бежать. Не, вы идите дальше. Хочу сказать этому белому скромнику и красной собаке, что у тебя SCP в комплексе умираю. Ой, кстати, а вот и собака, а вот и скромник. Ну вот и все. Хитрые. Ой, да нет. А он где-то сверху орёт. Слушайте, вы не туда едете. Ой, все, открывай, быстро, все, я побежал. Уходим. Мы тут скроемся, нас никто не найдет. Я тут когда-то запутался, мне месяц находили, блин, нету тупик. Пацаны, вы умираете? Ну, где-то, мы вот... Oh, shit, I'm sorry. Ох, ёб твою мать! Нет, сука! Я не хочу, как в прошлый раз. Да вызывай обратно. В жопу. Лифт выдержит только пятерых, все, идите нафиг. Но я на ощупь иду. Я тоже. Если морду что-то заметишь, короче, на уровне своих яиц, значит, ты скромный. Хлопці, та нічого, у мене є граната. Ой, пі... Ні, туди, назад, блін! Давай. Блін, ми тільки прибіжали, ми тільки спаслись. Обратно. Просто це була жесть. Та... А, обратно. За что за скотина это играется, блин, боеголовкой? Каждый запуск сейчас, это миллион долларов. Сейчас музыка играет там каёк, понимаешь? А, то есть мы уже всё, а чё такое? Бах. Да ёпта твою мать! А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.